Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Выйсці на полную магутнасць. Завод по вытворчасці кардону у Добрушы адкрыецца до конца гэтага года. Першая сесія у новым составе. Депутаты сёння выбралі старшыню гомельскага гарсавета. Мяцелі адступілі, а маразы яшчэ затрымаюцца. Выбираем птушку – символ района. На Гомельшчыне проходит экологичная акция. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня разглядел кадровое пытание. У приватности керавник державы дал сгоду на назначение трех старшиней райвыканкамов нашего региона. Житковицкий район узначалец Виктор Отливанов, Нравлянский Павел Селивончик. Новый керавник з'явился и у Калинковицкого райвыканкама. На этой посаде будет працевать Сергей Гвоздь. А кроме того, президент Беларуси дал сгоду на назначение Олега Борисенки генеральным директором открытого акционерного товара «Гомель Транснафта Дружба». Нагадаем, Олег Борисенко узначаливал Гомельский областный совет депутатов 27-го скликания. Завершение реализации инвестиционных проектов – основная сёлетняя задача у целлюлозно-паперовой галине. Завод милованных и немилованных видов кордону у Добрушы запрацуе до конца года. Как поведомил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, с генподрядчиком будаўніцтва вытворчасці скасовали относины. Объект будет перададзены новому подрядчику. Паперовая фабрика «Герой працы» у Добрушы заснаваная амаль 200 годзі тому. У советский час у добрушскім шытку писал кожный сёмый школьник. Зараз предприемство не только закрывая потребы Беларуси, але и выконывая замежные заказы. У 2011-м заговорили про пераутворение фабрики у сучасный завод по выпуску милованных и немилованных видов кордона. Увасабляли идею разом с китайскими партнерами, але на завершальной стадии будавництва возникли проблемы. Полный комплекс пуска наладочных работ у вызначенный термин не проведены. У нас проходит инвентаризация по оценке готовности объекта. Это как станет отправной точкой для составления технического задания для передачи данного комплекса работ какому-то другому подрядчику. А кроме того, до конца этого года повинен выйти на 100% проектную могутность и Светлогорский целлюлозный завод. По прогнозам, объем продукции повеличится у 20 разов и складе 350 миллионов долларов. Сегодня отбылася первая сессия Гомельского городского совета депутатов 28-го скликания. По выниках выборов, что прошли 18 лютого, Гомельский горсовет укомплектованы полностью. Свои представники есть у жыхароў усіх 40 выборчих округ. Усе депутаты мают высшую адукацию. Большасть працуе у сферах промысловости, будаўніцтва и транспорту. На другим месте по колькасным представництве работники адукации, культуры и науки, а так само аховы здоровья. Кандидатуру першой особы у горсовете пропоновали три депутаты нового состава и старшиня гарвыканкама Петр Кириченко. Им стал депутат по Осиповицкой выборчей окрузе номер 13 Миколай Ковалевич. По выниках тайного голосования он был обраны одноголосно. Хочу разделить эту большую ответственность с тружениками-сельмашевцами, которые выдвинули меня депутатом совета. Хочу отдельно сказать слова благодарности Петру Алексеевичу, Ивану Афанасьевичу за поддержку. Ну и заверить, что депутаты 28-го созыва совместно с исполнительной властью будут приумножать и поддерживать те традиции, которые были в Совете 27-го созыва. Спасибо всем. На Гомельшчыне распачынаюцца ўрачыстыя мерапрыемствы, прымеркаваныя да міжнароднага жаночага дня. Сёння прадстаўніц прыгожай паловы чалавецтва віншавалі ў Гомельскім раёне. Тут адбылася штогадовая грамадская акцыя «Славім жанчыну працы», арганізаваная абласным аддзяленнем Беларускага фонду міру. Падрабязнасці ў матэрыяле Веранікі Варашылінай. Акцыя «Славім жанчыну працы» вось уже третий год крочыць па Гомельскай вобласці. Яе арганізатары – абласное аддзяленне Беларускага фонду миру, что год імкнецца охапить новые районы. Все лето это Гомельский, Мазырский, Добрыжский и Лельчицкий. Головная мета узнагороджанні жанчын розных узростов и профессий, які у житті з'являються символом добра, мудрости и справедливости, а у своей профессийной деятельности передовиками працы. Пачас свята у Гомельским районе ладилася яскравая концертно-віншавальная программа. У по-сапраўднаму теплой душевной атмосферы у адрес присутных жанчын гучали только самые шчырыя и сардэчныя словы подяки и пожаданию. Накануне
замечательного весеннего праздника, 8 марта, праздника красоты, праздника любви, праздника женщин. Хочу от имени мужчин, миротворцев, от имени Фонда мира поздравить с этим замечательным праздником всех женщин, пожелать им крепкого здоровья, благополучия, любви, всего самого-самого хорошего каждой семье, каждому дому. По часу урочистости организаторы акции узнагородили 20 жанчын разных працовных коллективов Гомельского района. Подарунки отримали представницы пригожей половы человечества, яких отрознивая особливое почуття отказности, самоохвярности у працы, энергичность и умение поспевать усе и усюды. У разных номинациях были отзначены заслуги жанчын-кировников, жанчын-активисток, громадской и миротворчей деятельности. Усе узнагородженные заховальницы утульности и тепла у своих семьях и соправдные профессионалы, які штодённой працей уносят неоценный уклад у социально-экономичное развитие района и в области. Меж тем и у самих узнагородженных жанчын знайшліся приемные слова у адрес Гомельского областного отделения Белорусского фонду миру. Этот фонд оказывает очень большую поддержку многим организациям, и благодаря своим вот этим миротворческим функциям в прошлом году оказала очень большую помощь на территории нашего Урицкого сельсовета в плане реставрации памятника воинам-землякам в деревне Старая Белица. Жители населенного пункта собрали свои финансовые средства, но их оказалось недостаточно для того, чтобы этот памятник до конца реставрировать и восстановить надписи 121 защитника. Поэтому фонд мира нам очень помог в этом плане своими финансовыми средствами. Мы им очень благодарны за данную миссию. Программа акции «Славим жанчыну працы» предугледживает проведение шэрагу святочных концертов с вручением подарунков от организаторов. Бо гэта еще одна магчымасць подяковать и подарить радость жанчынам, которые являются узором поспеху и самореализации у разных сферах життя. У хуткім часе подобные урочистые концерты отбудутся у Добрыжским и Лельчинским районах. Усяго сёлета песни, верши и пожадания, как знак поваги и подяки, почують каля сотни жанчын. У целом же за 3 года проведения акции «Славим жанчыну працы» у ліку Городжених больше як 300 жанчин передвіков нашого регіона. Вероніка Ворошилина, Валерий Гопанько, телерадіокомпанія Гомель з Гомельського району. Зима свои позиции сдает с великой неохотой. Завеи, которые на выходных пронеслись в нашем регионе, доставили немало клопотов жихарам приватных домов. Чистить дворовые территории от снегу по доброй традиции помогали активисты Белорусского республиканского союза молоді. С початку года в рамках социальной акции «Чистый двор» подобная поддержка была оказана больше як 300 громадянам. Ее отримливают пожилые одинокие люди, ветераны и инвалиды. За допомогой можно звернуться у БРСМ. У каждом районе працует отповедная горячая линия. У Гомелі яе номер 601557. Меж тем, по информации облгидромета, в ближайшие дни у регионе истотных опадков не прогнозуется. Гомельщина будет находиться у поля повышенного атмосферного тиску. Ближайшей ночью чекается до минус 13, местами до 18 морозу. Завтра в день от минус 1 до минус 6. А вот середины тыдня характер надворья изменится. На это поуплывают поле пониженного атмосферного тиску и вельготные поветренные массы из Атлантики. У регионе чекаются опад. Дождь, мокрый снег, магчимый туман, на дорогах гололедица. Температура поветра у ночи складе минус 1, минус 6. У день слупки термометров покажут от минус 3 до плюс 2. По полдневым заходе в особные дни от 0 до 7 градусов тепла. У регионе зараз проходит экологичная акция «Выбираем птушку – символ района». Запланованы шерах разностайных мероприемствов. Адукационные занятки для вучнев, конкурсы фотоздымков, подлик птушек, вызначение кандидатов название крылатых символов. У каждом районе потребно брать 3 претендентов. Для вызначения птушки символа на сайте райвыканкамов и районных газет пройдет интернет-голосование. Проголосовать можно будет так само в установах адукации, культуры, на предприемствах и навод у магазинах. На экологичном фестивале «День земли 2018» станет ведомо, какие птушки будут символами района в области. Гэта, а так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфира «Де-факто» и «Спортивный огляд». А я с вами развитываюся. Удалого вечера и до новых встреч в эфире.
Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Один милиционер погиб, еще двое получили серьезные травмы в аварии, которая произошла в прошедшие выходные вблизи деревни Красная Буда Добрушского района. Милицейский автомобиль на нерегулируемом ЖД-переезде столкнулся с тепловозом. В машине находились четверо сотрудников милиции и задержанный. Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом. Назначены судебно-медицинские, автотехнические и другие эксперты. Родственникам погибшего сотрудника милиции и пострадавшим в результате ДТП оказывается вся необходимая помощь. Напряженные дежурства в минувшие выходные выдались и для подразделений МЧС всего региона. За прошедшие двое суток на территории области зарегистрировано 4 пожара. Поздно вечером в субботу спасатели Гомельского районного МЧС выехали по сообщению о возгорании жилого двухквартирного дома в агрогородке Поколюбище. По прибытии подразделения МЧС в жилой комнате без признаков жизни была обнаружена хозяйка одной из квартир. В кресле в одной из комнат была обнаружена хозяйка домовладения, пенсионерка 1934 года рождения без признаков жизни. Женщина была передана работникам скорой медицинской помощи, которые констатировали ее смерть. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем. Накануне вечером экстренный вызов о ликвидации пожара в квартире многоэтажного дома по улице Дворникова получили спасатели из Гомельского городского подразделения МЧС. Из горящего жилья был спасен мужчина 1964 года рождения. Пострадавший был осмотрен медработниками, но от госпитализации отказался. И вот уже через несколько часов спасатели Гомеля выехали по новому адресу. В 10-этажном доме по улице Алмазная загорелась квартира на 4-м этаже. Хозяйки квартиры 1995 года рождения вместе с дочерью 2014 года рождения удалось самостоятельно покинуть место пожара. По прибытию к месту вызова из окна на 4-м этаже шел дым. На лестничной клетке находилась женщина с ребенком. Как выяснилось, это хозяйка горящей квартиры 1995 года рождения и ее малолетняя дочка 2014 года рождения. Они оба были переданы работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом отравления продуктами горения были госпитализированы в медицинское учреждение. 19 вызовов о спасении транспорта, попавшего в снежный капкан. В минувшие сутки спасатели практически в каждом районе области выезжали по сообщению о буксировке автомобилей. В Будокошелевском, Ветковском и Хойникском районах пришлось буксировать рейсовые пассажирские автобусы. В Будокошелевском и Житковичском районах в плену сугробов оказались автомобили скорой медицинской помощи. Таков обзор криминальных новостей и происшествий к этому часу. Берегите себя и своих близких. В эфире «Де-факто» был Руслан Габрилев. До встречи. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская дружина гандбольного клуба «Гомель» со 100% результатом завершила третий домашний тур розыгрыша Балтийской лиги. На паркете Гомельского дворца игровых видов спорта команда Томаша Чатера одержала 4 победы в 4 поединках. Гомельчанки дважды одолели литовский «Жальгирис», по разу городничанку и львовскую «Галычанку». Напомню, что 10 марта Гомель и БНТУ «Бела» с очным поединком завершат 4-й заключительный круг первого этапа чемпионата Беларуси. После 3 встреч в нынешнем сезоне в противостоянии лидеров белорусского клубного гандбола перевес пока на стороне столичной команды. Подопечные Константина Шароварова одержали победу в первом круге. Еще 2 встречи завершились в ничью. В мини-футбольном чемпионате Беларуси позади 21-й тур из представителей нашего региона победу одержала только гомельская команда ВРЗ. Вагоностроители поквитали с Гродненским УВД «Динамо» за домашнее поражение в первом круге. На площадке соперника гомельчане победили 4-3. Светлогорск на выезде уступил Борисову 903-5. БЧ дома не смогла пополнить очковую копилку в поединке с ВИТЭ. Победа аршанского коллектива 2-1. Футбольный клуб «Гомель» в очередном товарищеском поединке потерпел крупное поражение. На заснеженном поле стадиона имени Прокопенко в Бобруйске зелено-белые играли с Могилевским «Днепром». Команда Вячеслава Геращенко пропустила на 10-й, 33-й и 90-й минутах. Отыграть хотя бы один мяч «Гомель» не сумел. 7 марта у зелено-белых запланирован поединок с «Оршей». Игра, по предварительной информации, состоится в Гомеле. После команда отправится в Бобруйск, где проведет недельный сбор. В его рамках запланированы несколько спортсменов.
спаррингов. От секции самбо к одному из лучших спортивных учреждений области специализированная детско-юношеская спортивная школа Гомельского района отметила 25-летие. Более 100 наград на европейских и мировых турнирах. Достижения спортшколы в цифрах на данный момент. Эти успехи есть кому приумножать. В филиалах и отделениях по всему Гомельскому району дзюдо, самбо и волейболом занимаются более 600 детей. С ними работают 20 тренеров. Почти все – собственные воспитанники. В этом году у нас практически рекордное число. Более 16 человек вошли в состав национальной команды по самбо и по дзюдо. Вот. Звездочки позажигались. С каждого филиала отделения есть свои звездочки. Поэтому сегодня ряд спортсменов идет отбор на Олимпийские игры в Сингапуре, которые юношеские у нас будут. Значит, и на европейские и мировые уровни. Поэтому отбор идет, ребята растут. Международные турниры по самбо и дзюдо в течение многих лет собирают в Новой Гуте юных спортсменов из многих стран. Благодаря этому растут дружеские связи. Воспитанники с Дюшор объехали почти весь мир. Не были, пожалуй, только в Австралии. Насыщенный соревновательный график дает свои результаты. Спортшкола – поставщик атлетов сборной команды Беларуси различного уровня. Школа с самого начала своего существования стала опорой для национальной команды. Наибольших успехов достигли Сергей Шундиков, но он боролся по молодежи, потом перешел на дзюдо и показал выдающие достижения в дзюдо. И Евгений Семочкин, многократный призер мира по самбо. В общем-то, очень много спортсменов занимали призовые места на первенствах мира Европы по молодежи и по юношам. Я надеюсь, что так будет продолжаться и впредь. Непокоренной для воспитанников с Дюшор Гомельского района остается только одна вершина – олимпийская. Однако есть уверенность, что это ненадолго. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».